Появилось видео первых минут нападения боевиков на пост ДПС под Москвой. Кадры сняли очевидцы. На них двое предполагаемых боевиков. Они одеты в красный и синий свитера. Молодые люди вооружены топором и пистолетом. Мужчины пытаются прорваться в ДПС. Они взбегают вверх по ступенькам поста. Спустя несколько секунд раздаются громкие выстрелы. Преступник в красном свитере тяжело ранен и упал на землю. Его подельник скрылся в лесополосе.